привет из примерочной, из магазина КОС. Взяла 2 секунды вспомнить, в каком я магазине, девочки, если честно. Вы видели, я снимала в магазине очень много нового, очень много распродаж. У меня такое впечатление, что собрали все вещи, которые где-то находились по каким-то складам и магазинам, и сейчас вытащили их на распродажу в КОС, потому что я, если честно, не помню этих вещей. Я же сюда хожу часто, снимаю вам, и я не помню этих вещей. Мне такое ощущение, что их откуда-то свезли, собрали. Но не суть, очень хорошо. Есть что поснимать, есть что попримерять. Я принесла много распродажи, конечно же. Покажу вам, в чем я сегодня одета. Значит, я сегодня вот так, потому что у нас не очень холодно. Вы знаете, в Канаде шубы носят, когда не очень холодно. Ну, искусственные, я имею в виду вот эти вот всякие чебурашки, потому что, когда очень холодно, носят пуховики. Но это совсем такая тоненькая, без подкладки. Видите, вот такая вот, как бы, один слой розовый у нее почему-то внутри и розовые отвороты. А ботинки у меня такие без каблука. Я, знаете ли, в последнее время что-то жалею свои ножки. Ну и вообще скользко там, снег растаявший, замерзший, в общем, поэтому. Сейчас сниму вверх и покажу вам, в каком я платье сегодня. Праздничное настроение, предпраздничное. Я поэтому в блестках. Это я иду с работы, девочки. Вот поверьте, я была так на работе. Вся в люрексе. Пардон, тут мои волосы. Вся в люрексе, вся в коротком люрексовом платье, но как бы вот эти вот ботинки, они примеряют меня с тем, что это платье короткое. Если бы я была на каблуках, оно бы было бы нарядное, а поскольку я в ботиночках таких, то в принципе вполне сойдет за такое. Не очень нарядное, хотя блестит оно сильно, но... Опять же, повторюсь, у меня на работе все привыкли, никто не обращает внимания, что у меня такие щеки красные. Знаете, что это не румяна, это я просто здесь в магазине жарко, и я пока ходила, снимала, я прям вся как бурак стала. Матрёха такая, знаете, Марфушечка, которая, помните, был этот фильм, как она себе свёклой тёрла щеки, чтобы были красные, вот. Все, давайте примерять. У меня тут много. В основном платье, как всегда, есть юбки. В общем, интересные вещи. Очень. Давайте будем примерять. И я надеюсь, что вам будет интересно. Первый мой комплект. Мне безумно нравится эта юбка. Единственное, что она мне немножко великовата. О, кстати, я вам забыла показать мои сережки. То есть к вот блестящему платью я еще надела вот такие серьги, чтобы совсем добить всех вокруг своими блесками. Вот эта юбка, я помню ее очень давно, они ее так давно продавали, я помню, я давно на нее зуб точила, мне она очень нравилась, к ней еще была в пару вот такая же кофточка, такая, знаете, топик такой, и, ну, топиков сейчас нету, а юбки, опять же, такое ощущение, что их откуда-то свезли, мне она очень нравится, единственное, что она мне великовата, был только размер medium и large, и large, я еще хотела взять large, потому что я подумала, она мне тут в пузе будет меня сильно обтягивать, но large я увидела, что огромные на вешалке, а эта юбка, в принципе, медиум, но и она такая, знаете, сильно так, может, она должна быть так на бедрах? Возможно. Но мне, знаете, вот хочется вот так вот ее взять и вот поднять, и вот такой вот здоровый кусок сзади урезать. Вот тогда было бы в самый раз. А так она как-то вот, как-то мне прямо вот так, не знаю. Может, взять на вырост, чем черт не шутит. Но вот если что-то надевается сверху, то оно прямо мне очень нравится. И вот даже вот именно вот с такими вот ботинками, такая длинная юбка, класс. Мне она очень нравится. И вот этот вот, я даже не знаю, кардиган такой с запахом, который здесь он застегивается на пуговицу, а здесь он завязывается на такие завязки. Тоже очень интересный, кстати, по цвету, по-моему, подходит к этой юбке. Здорово так подходит, по-моему. И выглядит очень симпатично, такой пухнатенький, надо посмотреть его состав. Интересный такой узел, знаете, так красиво, по-моему, это выглядит. Интересно, необычно. Оставила я юбку и примеряю очень интересный кардиган. Опять же, с размерами беда, потому что это large, и был только large в магазине. Не было меньше, и я решила, что я попробую. Все-таки large, я уж не так уж я маленькая, чтобы у меня large был такой большой. Но вот в этом случае, конечно, он очень большой, а вообще он очень интересный.
У него такая очень интересная спинка, такая, знаете, как... Я его потом, когда сниму, на вешалке я вам покажу. У него тут как бы такая кокетка отрезанная. Можно так сказать про кокетку на талии? Я не уверена. Ну, в общем, пояс как-то так отрезан здесь, здесь пришиты такие у нас сборочки. В общем, здесь замок, видите, молния. Вот. На молнии здесь он очень интересный. Такой, ну, такой необычный, знаете, минималистичный такой, очень базовый, но при этом необычный, интересный, очень большой. Просто я не знаю, что-то я с размерами опять у них какая-то, то мне все велико, то мне все мало. Приходится, ну, понимаете, проблема в том, что я могу попросить принести другой размер, но нет, потому что это распродажа, и в магазине, я же видела, я когда его брала на вешалке, я видела, что он не маленький, но я не нашла другого, был только ларч. Потому что мне девочки иногда пишут, что если вам что-то велико или мало, вы должны попросить продавца, чтобы вам принесли. Я это делаю тогда, когда я знаю, что, когда я видела, что есть другие размеры. Вот, например, вот эта юбка, был ларч и медиум. Вот медиум мне велика. Вот эти кардиганы были только ларч. Вот я сейчас стою в ларч, у меня огромный, но просить нет смысла, потому что то, что есть в магазине, то как бы... Но интересная вещь, я вам потом покажу ее, когда на вешалке будет лучше понятно. Ну что, начнем с юбки. Значит, видите, размер медиум, $150 она стоит, и сейчас на нее 70% скидка. То есть, в принципе, хорошая цена. И ткань вот такая вот красивая, немножко с люрексом, но не слишком блестящая. Подкладка имеется. Видите? И здесь у нее как бы резинка сделана, и при этом есть замок, есть молния. То есть она очень удобная со всех сторон, но вот такая вот большая. Я не знаю, может, она должна быть на талии, на бедрах, то есть. А я пытаюсь на талию себе приделать, но мне прямо она очень нравится, жалко. И цена такая неплохая. Давайте посмотрим состав, но я думаю, что это синтетика. Я удивлюсь, если это окажется какой-то... Ну, может быть, подкладка, наверное, какая-нибудь из кожи. А верх, конечно, синтетический, но красивая такая кольчужка, правда? Так, значит, вверх написано, что 75 нейлон и 25 полиэстер, ну, понятно. А подкладка 100% катон. Ну, вот чувствуется, что подкладка такая хорошего качества. Ну, это понятно, что это не хлопок. Так, розовый кардиган. 30% на него всего лишь распродажа, потому что у них есть и по 70, вот как на юбку, например. Значит, стоит он $135. Это был размер, я примеряла, размер смол, но он довольно такой большой. То есть, в принципе, смол мне хорошо. Можно было бы и экстра смол, если бы был у них. А сделан вот таким вот образом. Видите, здесь пуговица пришита. Здесь вот эта часть застегивается вот так вот на пуговицу, на петлю. Потом запах. И здесь завязки. Давайте посмотрим состав его. Чувствуется, что в нем много мохера. Состав у него очень хороший. Значит, 51% шерсти, 34% альпака и 15% полиамид. То есть, как я и сказала, 34% альпака. Я думала, мохер. Ну, в принципе, вот альпака, да. Поэтому он такой вот пушистенький, мягенький, прелестный. И кардиган, значит, размер large. Он довольно недешевый, $190 он стоил. Очень даже странно, почему. Сейчас на него 30% сейл. Значит, я давайте вам покажу его, вот как он... Что у меня фокус уходит. Здесь, значит, сделана молния. И рукав вот такой вот прямо вшитый, знаете, как будто бы летучая мышь, кимоно. Воротничок. И вот я вам сейчас покажу, что я имела в виду про интересный фасон его. Видите, как сзади спинка у него здесь вот отрезана на талии. И верхняя вот эта вот часть, она как бы вшита и со сборочками такими. То есть, если был бы правильный размер, то был бы очень интересный, необычный кардиган. Видите, а спереди он без всяких вот тут вот в шве вот это вот все кончается. И здесь просто вот он ровненький. Давайте посмотрим состав его. А что у нас тут? Значит, 56% район, 42% найлон и 2% спандекс. Супер клевое платье. Село так хорошо на мне, если честно. Оно мне очень нравится. Просто супер как нравится. Как мои сережки к нему подходят, кстати. Да? Слушайте, оно такое интересное. Во-первых, фасон. Как бы оно вот здесь вот отрезано и идет по косой. Вот эта вот оборка пришита от талии с одной стороны и до низа бедра с другой стороны. Очень интересная ткань, как будто, знаете, с таким мокрым эффектом. Видимо, синтетика, скорее всего. С подкладкой оно идет.
цвет очень красивый, синий, и, по-моему, потрясающе классно это выглядит вот именно с такими вот ботинками. Хотя и с каблуком тоже будет хорошо смотреться, просто мне очень нравится. Мне супер-супер-пупер нравится оно. Кажется, что у него еще есть карманы, девочки. Ну, это уж я вообще не ожидала. Это просто подарок небес. Посмотрите, у него еще и карман. И с этой стороны? Ну, конечно. Наверное. Да, конечно. Как может быть карман с одной стороны? Вот я смешная. Ну, супер красивое платье. По-моему, оно довольно дорогое, и на него не очень большая скидка сейчас. Потому что просто запало оно мне в душу, девчонки. Очень оно мне нравится. Необычное, знаете, такое. Эх. Давайте будем на него смотреть. Размер 8 абсолютно мне подошло. 50% сейчас на него скидка, стоит он $275. Да, дороговато, конечно, жалко. Даже 50% это получается $137. Ну, не страшно, конечно, но не знаю, не знаю. В принципе, это чисто такая синтетика, знаете, как... Здесь вот подкладка у него. Подкладка, видимо, вискоза. Это, конечно, синтетика. Но сейчас мы посмотрим состав. Классное платье. Необычное, красивое. Карманы. От ничего стоит. Так, 100% нейлон. И подкладка 58% район и 42% катон. Ну, подкладка хорошая. А верх нейлоновый. Ну, правильно. Ну, потому что как это может быть? Что это может быть еще? Это такой прям нейлон-нейлон. Ну, такой, знаете, немножко оно дурацкое, но... Интересно, нравятся мне такие вещи. Еще одно очень классное, необычное платье. Я вам показывала, когда снимала в зале, там такой топ был бежевый, почти белый бежевый, такой, знаете, как мятая бумага. Вот это такое же платье черное, оно такое, знаете, как из неопрена сделанное. И вот странно, что внизу, так сказать, мятость такая сильная, а вот здесь как-то она немножко разглажена. Я уж не знаю, почему так надо, или это просто так вышло. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Короче, такое вот платье, такой вот длины, чуть-чуть ниже колена, но вот совершенно такое прямое, знаете, без всяких прикрас, черное, интересное, но я вам хочу сказать, что мне в нем так жарко. Вот неопрен, да, я вот стою в нем 2 минуты, да, и я прям так, знаете, чувствуется, что не слишком оно хорошо для женщин 50+. Но интересно, такое мятое, хорошая, интересная длина, такое, знаете, необычное платье. Опять же, с ботинками шикарно. Мне кажется, супер, просто супер. Вот такое платье, как... мятая бумага или мятый мешок для мусора, тоже можно сказать. При этом к нему прилагается вот такой вот мешочек здесь. Видимо, его надо в него складывать. Я так подозреваю. Видимо, здесь какое-то специальное есть, чтобы оно не распрямлялось и оставалось таким вот мятым. Его нужно или стирать в этом мешке, или как-то хранить в этом мешке. Интересная штука. Значит, 50%, $125 оно стоит. 50% на него сейчас скидка. Примеряла я размер medium. Я вам хочу сказать, что это, в принципе, недорого. Но сделано оно в Португалии. Представляете? Вот так. Не в Китае, да. Хотя многие вещи здесь сделаны в Китае. А, не знаю. Нету здесь никакой инструкции, что делать с этим мешочком. Как бы. Ну, может быть, на веб-сайте, если они еще есть, можно посмотреть, что это подразумевает. Ну, подозреваю, что либо хранить, либо стирать в нем. А, ну вот здесь написано, что машинная стирка. И не надо там, нельзя хлорин, нельзя блич. Если нужно, то сушить его в разложенном состоянии. Нельзя его гладить, естественно, нельзя его отдавать в химчистку.
и использовать вот этот вот мешок. Это называется лаунж бэг. То есть это мешок для стирки, видимо. 100% полиэстер, конечно же, окей, естественно. Ну, в общем, такая вот, такой вот интересный garbage bag, мешок для мусора. Еще одно очень красивое платье, просто очень красивое. Во-первых, очень красивая ткань, во-вторых, карманы. А в-третьих, очень интересно сделано вот это вот рукав. Знаете, вот так вот он собирается на плече, такими вот складками, и вот так вот внизу он сужается. Потрясающе красивое платье, особенно сейчас перед праздниками, на выход, на Рождество, на Новый год. Просто супер. Синий, такой синий-серый красивый цвет, приятный бархат. Ой, прям нравится мне очень. Просто супер красивое платье, девочки. Опять же, с карманами. Ну, что делать, я не знаю. Мне все нравится. И все синее было. Все сегодня у меня. Видите, у меня еще вот тут синий, там еще одно синее. В общем, я, как всегда, в одной цветовой гамме. Цвет настроения синий. Ну, классное платье. Просто шикарное. Просто шикарное. Такой красивый бархат. И вот этот вот рукав. И мои серьги как подходят, смотрите. Ой, ну как красиво. Шикарно. И так, в принципе, сидит хорошо. Знаете, нигде не узкое, не широкое. Класс. Давайте смотреть, это размер 8, американский, $190 она стоит, на него 50% скидка, эх, жалко, маловато. Красивое, конечно, красивое оно сделано, очень красиво сделано плечо, очень интересно сделан манжет, рукав, как-то так, видите, здесь вот отделка какая-то внутри, то есть оно как бы очень качественно все это сделано, очень хорошо, подкладки в нем, по-моему, нету. Да, видите, есть подкладка вот тут вот сверху, вот тут в манжете и карманчики. Давайте посмотрим состав. Мне интересен этот бархат, он очень красивый, прям такой, знаете, прямо великолепный. Очень хороший состав. 80% район и 20% шелк. Представляете? Но сделан в Китае, но неважно. Очень хороший состав, шикарный. Шикарное платье, конечно. Очень шикарно. Так, это платье, на которое я очень давно точу зуб. Почему? Потому что прошлым летом, по-моему, у них были такие платья и юбки. Вот именно синие. У них еще есть такие черные. Что хочу сказать. Они вышли у них на распродаже, их раскупили. Сейчас они снова у них появились в магазине. Я уж не знаю, каким образом, потому что это платье летнее, причем с прошлого лета еще. Я их помню очень давно в магазине. Размер был 14-12. 14 мне вообще был бы велик. Это 12. Он мне. Ну, видите, вот это я мерила 8, понимаете? То есть 12 немножко. Хотя я думала, что он мне будет хорошо, потому что вот здесь вот оно довольно узкое. Но вот здесь вот у него резинка, поэтому его можно тянуть на любой размер. А вот здесь оно мне, конечно, великовато. И вот у меня сомнения, карманы в нем есть. У меня сомнения, не слишком вот это вот, знаете, много ткани, много слоев, не делает ли оно меня толще, чем я есть. Я и так не это самое, как мне одна дама написала в комментариях. Она мне там много чего написала, и контрольный выстрел в голову, она мне написала, что под одним комментарием, где спрашивали, какой у меня вес, я написала 58 килограмм, она мне написала 58, а выглядите на 65-70. Добрая женщина. Ну, неважно. Я просто так для смеха рассказываю. Меня это совершенно не трогает абсолютно. Я достаточно взрослая дама, самодостаточная, чтобы не обращать внимания на таких токсичных девушек. Ну, ладно. Короче, к моим 70 килограммам это платье добавляет еще 10, по-моему. Так что я, наверное, на все 80 в нем выгляжу. Но фасон интересный, само по себе оно необычное. И мне кажется, был бы меньше размера, оно бы меньше добавляло ко мне веса. Просто нету меньшего размера. Опять же, в магазине есть черное, но мне именно нравится вот этот цвет. Очень красивый, такой васильковый, прямо очень красивый цвет. Я думаю, что оно хлопковое.
Ну, вот так. Значит, это платье 12 размер, стоит оно $250. И сейчас на него 70% скидка, тоже как бы все равно немало. Вот оно вот такое вот интересное, сделано вот такими вот слоями. И здесь у него резинка. Давайте посмотрим состав, карманчики. Я думаю, что оно хлопковое на ощупь, во всяком случае. Так, производит впечатление хлопка. Ага, значит, оно сделано 70%, 75, ой, нет, неправильно, все наоборот читаю. 57% лен, 43 район. Хороший состав. Видите, вот оно так вот, такой волной внизу. Красиво, красиво, что тут скажешь. Еще одно офигенно красивое платье. Как жить бедному шопоголику? Очень необычное, у него оно такое, знаете, в стиле 60-х, немножко в стиле Джеки Кеннеди. У него очень красивая спинка, я потом вам покажу. Самое красивое в нем это сзади, спина. Но спереди оно тоже интересное, тоже с карманами. И оно, видите, вот так вот сверху просто вот гладкое, без ничего. Вот это единственное, здесь вот этот вот воротничок пришит, отворачивается. Он так не видно, не очень хорошо видно, я потом покажу на вешалке. И сзади оно переходит в такой бант. И спина довольно открытая. Сейчас я уберу волосы, может попробую себя снять сзади. Видите, у него такой низ, подол неравномерный. Он с боков немножко длиннее. Здесь такие у него клинья вставлены. Широкое такое внизу. Очень-очень интересное платье, красивое. Очень мне нравится, супер просто. Просто, знаете, такое тоже минималистичное, но очень благородное. Очень изящное, элегантное, фасонное, такое прям со всех сторон. Видите сзади? Сейчас покажу вам сзади. Попробую снять. Видите, как оно сделано? Открытая довольно спина, и вот этот вот воротничок стойка переходит в такой красивый бант. Надо было убрать эти этикетки, конечно же. Я думаю, что вы поняли, девочки, да? Красиво. Вот было, может быть, не видно, но мне вот здесь вот такой воротничок. И внизу оно такое сильно расклешенное, с карманами. А сзади у него вот этот воротничок переходит в такой бант. Спинка открытая. В общем, красиво, конечно. Кстати, его, может быть, можно даже носить наоборот. Сделать это спереди, если это позволяет крой его. Вполне возможно, что позволяет. Я даже думаю, что да. Ой, тут не написано сколько, но $150 оно стоит. Я думаю, что, по-моему, на него было 50% скидка, или если 70, то тем более. Это размер 8 я мерила. Красивое платье. Интересное. Да, вот состав у него подкачал у этого платья. 100% полиэстер. А на ощупь, я думала, какая-то вискоза. Хотя бы вот, ну, хотя бы вискоза, потому что оно видится таким, знаете, вроде бы как натуральным, но нет. Жалко, жалко. Вот, девочки, такие у нас сегодня были примерки. Намерили очень много красивых платьев. И мне много чего понравилось, мне много чего захотелось. Но план у меня такой. У нас скоро Boxing Day. Boxing Day – это такой канадский Black Friday, когда 26 декабря, день после Рождества, все магазины объявляют очень большие скидки, очень большие распродажи. Обычно даже вот в магазинах, когда есть какой-то клиренс или сейл, то они еще добавляют, допустим, вот здесь там по 70%, по 50%, они еще, допустим, дают там 20% или 30% additional, то есть добавочных к сейлу, к распродаже того, что как бы уже есть на распродаже, они еще добавляют там 20-30%, 50%, зависит от магазина. И вот у меня такой план, что я, наверное, подожду Boxing Day 26 декабря и
Возможно, не знаю, когда я выложу это видео, может быть, оно уже будет после 26 декабря. Если я что-то куплю, то я вам потом расскажу. В отдельном видео сниму и покажу, что я купила. А на сегодня все, девочки. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не, наоборот, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока, бай.